начать. Давайте разберем эту песню. Итак, ставим каподастер на первом ладу. Аккордов немного. АМ, ЕМ, С, Д и опять АМ. Можно, кстати, ну, очень простую версию сыграть, это боем. Давайте быстренько тоже разберем. Это вот такая прям очень простенькая версия. У нас будет АМ. И играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Потом то же самое ЕМ. С и Д мы делим пополам, играем вниз, вниз, вверх. И АМ опять шестерку. И заново. Итак, ну давайте основную тему разберем. Ставим АМ. Даже можно не полностью АМ ставить, достаточно зажать на второй струне первый лад, на третьей струне второй лад. Играем пятую, вторую, третью. Получается вот так. Теперь на второй струне играем вот так. Как это сделать? То есть мы дергаем, вот да, у нас на второй струне первый лад зажат, мы его дергаем. Потом вбиваем палец на второй струне в третий лад. Вот прям со всей силы вбиваем и оставляем его там, чтобы он зазвучал. И потом с третьего лада мы палец сдергиваем, чтобы опять зазвучал первый лад. То есть вот так его чуть-чуть вниз опускаем, чтобы он дернул струну. Должно получиться вот так. Все вместе получается вот так. Потом играем пятую струну и третью струну открытую. Все вместе получается вот так. Идем дальше. Зажимаем на четвертой струне второй лад. Играем 4-3-4. Теперь на третьей струне играем 0. 2-0. Такой же схемы, как на второй струне играли. То есть 0 дергаем, вбиваем на третьей струне второй лад и сдергиваем этот же второй лад, чтобы опять зазвучал 0. Получается вот так. В конце, да, я, по-моему, не сказал. То есть вот на третьей струне мы сыграли 0-2-0. И потом опять на четвертой струне играем второй лад. Должно получиться вот так. Идем дальше. Зажимаем на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад. Играем 5-4-5. Теперь еще раз дергаем пятую струну и скользим с третьего лада до пятого. То есть вот так, такое движение делаем. Зажимаем, оставляем пятый лад на пятой струне, зажимаем на четвертой струне четвертый лад и играем 4-5. То есть все вместе получается вот так. Давайте все склеим. Теперь зажимаем на третьей струне второй лад. Так, сейчас. Зажали на третьей струне второй лад. Играем 5-3-5. Теперь на третьей струне играем 2-4-2. Такой же схемой, да? Вот 2 дергаем, вбиваем 4.
и 4 сдергиваем, чтобы опять зазвучало 2. Вот такое движение. Потом играем 5-ю открытую и 3-ю открытую. Должно получиться вот так. И начинаем заново. Вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.